Всем привет! Сегодня опять вот такое видео. Хотел себя снять в полный рост, но что-то как-то у меня не получается ничего. То сбиваюсь, то что-то еще. Так что давайте будем в привычном формате для нас всех. Хотел, собственно, я сделать обзор на вот такую вот жижечку. Это Cloudpero Desert. Вот. Как вы помните из видео, я тестил. Ну, как сказать, не тест, наверное, первый запуск сигареты был, когда я делал обзор на сигарету, я использовал Кюрер Ягер. Ну, тоже неплохой, там ягодки, такой микс ягодок, очень-очень интересный, но уже третий день я парю Cloudpero Десерт. Очень мне он, правда, нравится. ПГВГ, по-моему, 70 на 30, а в этом 60 на 40. По-моему, так. А сегодня я еще купил вату, шприц. Ну, я ничего не буду делать, конечно. Шприц, наверное, вы понимаете, для чего. Потому что здесь несъемный бачок 2 миллилитра. Если открыть, получается, вот эту вот всю конструкцию и под воду опустить, ну, под проток воды из-под крана пропустить эту сигарету, то у вас затопит не только бак, но и отверстие микро-USB и кнопку Fire. И вашей сигарете настанет полный писец. Вата. Зачем мне вата? Когда жижа заканчивается, а здесь у меня еще не закончилась. Это, кстати, Cloudpero. Я специально ее не допарил. В общем, рассказываю. В бачке остается немножко все равно жижи. До талого никогда не выкуривайте, то иначе поймаете гарика. Просто берете ваточку немножко туда, хоп. Потом идете в ванну, шприц набираете воды, немножко водички, опять ваточку. Все, у вас чистый бачок. Вот. Вот такой вот лайфхак у нас. Ну ладно, давайте уберем это все, чтобы нам не мешалось. И еще палочка. Ну, конечно же, нужно брать чистую палочку ушную. И вот. Чтобы не было, не собирался конденсат на дриптипе. Ну, по нашему мундштуку. Че? Ну, давайте будем, наверное, заливать жир. Сейчас я сделаю вот так вот, чтобы у нас. Да, у нас уже вечер, так что я устал, не обращайте внимания. Сейчас, вот, разобрали все. И на испарителе очень-очень много жижи. Ну, правда, жижка очень вкусная. Cloudpero Desert, там, короче, клубнику. А клубнику я обожаю, это моя, наверное, самая любимая ягода из всех. Давай вот сюда. Вот. Из всех. Вот открываем. И сейчас я залью в бачок. Как вы помните, не нужно заливать больше отметки максимум. Очень, кстати, мягонькая такая бутылочка, в отличие от Кюрера. Тихо. Куда ты так развернулся? Вот. И тут одной рукой как бы уже удобно это все делать. Вот все. Вот. Ну, можно, в принципе, промочить испаритель, если хочется. Но он у меня достаточно уже пропитанный. Вот. Вот. Что вам еще почитать? А, давайте я прочту, значит. Это самое. Закрыли. Полный обдув ставим. Так, давайте я закрою жжон. Оп. Все валится из рук, все. Значит, я точно устал. Так, собственно, что у нас пишет производитель? Сейчас я вам почитаю. Жидкость для электронных сигарет Cloudpero Desert. Со вкусом клубники и сливок.
Пузырек, защита от детей, удобным тонким носиком. Но это так. Для заправки жидкость для электронных сигарет Wildberry — это там море вкуса. Объем 30 мл, 3 миллиграмма никотина. Есть, по-моему, если не ошибаюсь, полторашка, тройка, шестерка. И больше я не знаю. Ну и нулевка, естественно. Так, сейчас я зарядил сигарету. А еще я сделал себе вот такой чехольчик. Ну, мне подарили, конечно, его. Очень удобный, такой прикольный павлин или кто он там, или сова. Вот так вот ложишь и ходишь с ним. Очень, кстати, удобно, прикольно. И, ну, сейчас. Так, никотин, сразу хочу сказать, он не такой сильный забористый, ну такой мягонький, прикольненький никотинчик, мне нравится лично. Конечно, бывает, пробивает на ТХ, вот смотрите, да, конденсат. Я не знаю, вам будет видно или нет, но ушная палочка справляется. Главное, достаньте где-нибудь чистую палочку. То есть клубника чувствуется вообще шикарно. То есть вкусопередача у этой сигаретки, ну блин, ну не знаю, ну, для игошек это, по-моему, это клево. Попробуйте, то есть сами, если у вас игошка, аешка есть, то попробуйте. Квалт Перет, еще раз повторяю, вот такая вот жижулька. Надеюсь, она у вас есть в вейп-шопах. То есть попробуйте, правда. Очень клево. И эта сигарета, ну как, не наваливает, конечно, как 80-ваттники или 100-ваттники. Но, как бы, пара немало. Ладно. Все, всем пока, наверное. До новых встреч. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще самозамесы. Все, всем пока-пока.